Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Механизм. Группа следователей пытается раскрыть внутренние процессы крупнейшей коррупционной схемы в истории. Однако это расследование будет иметь последствия для всех, кто к нему причастен, в том числе для тех, кто находится на стороне закона. Убийство по алфавиту. 1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления. Настоящий детектив. Главные герои – два детектива,
В 2012 году в штате Луизиана повторно открывается дело о серийном убийстве в 1995 году. Детективы познакомились 17 лет назад, когда началось расследование, и с тех пор вместе охотились за убийцей. Повествование будет вестись как в наше время, так и откатится назад, в середину 90-х. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!